Так очень убедительно, ярко сказали, когда нет близкого человека, тем более сына. Но знаете, что мне вот в голову приходит? Я уже как-то упоминал об этом. Вот у нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек. От алкоголя примерно столько же. И вот бывает, к сожалению, ну так жизнь складывается. Жить сложнее много обратно, сложнее, чем где-то в бумажках там написано. Вот. Мы же все под Господом, под Аллахом, под Христом, там, я не знаю, все, кто верит в высшие силы, да, это не важно, какой религии он придерживается. Важно то, что мы все смертны, мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Жили или не жили, тоже не, и незаметно пролистнулось, как ты. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута.